Куприт должен немедленно вывести отходы и ликвидировать свалки. Сегодня Ленинский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и обязал рекоператора убрать мусор с контейнерных площадок. Кировчане массово жаловались на проблемы с вывозом отходов в новогодние праздники. Прокуратура отреагировала и возбудила в отношении рекоператора административное производство, а также внесла представление об устранении нарушений председателю правительства области Александру Чурину. Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и возложил на рекоператора обязанность обеспечить вывоз мусора с площадок на территории Кировской области. Сегодня по результатам рассмотрения искового заявления требования прокуратуры удовлетворены. Результаты устранения выявленных нарушений закона, исполнение требований прокуратуры и рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле органов прокуратуры.